Всем привет, с вами Антон 99. И Пирог, и сейчас мы будем проходить карту Dangerous Parkour. Ну, правила, как обычно. Да. Таймсет можно использовать 0 и таймсет 9999. Да, итак, начинаем прохождение. Так, карта на 4 человек. Первый классно. Первый уровень снежная бо. Давай, пошел, Антон. Не прыгай сейчас. Не буду я прыгать никуда. Что ты этот уровень еле проходишь? Ну, это потому, что лед, поэтому мы его еле проходим. Потому что на льду очень скользко. Да, ё-мо. Читами не пользоваться. Креативом не пользуемся. Еще эти звуки противные. Так жестко вообще. Не понял, а это что было? Почему я не допрыгнул? Потому что не рассчитал. Так нет, я рассчитал. У меня не разогнался. А ты прыгаешь-то шифтом? То есть шифтом. Не, ну, ты как по льду-то этот останавливаешь? А еще шифт можно нажать? Да. Два. Второй уровень мини-паркур. Ничего здесь себе мини. Что, с лавой? Да. Мини-паркурчик такой. И что, типа, если шифт нажимаешь, то он останавливается, yes? Да. Ай, все, я сдох. Я об стену бьюсь. Зачем ты об стену убьешься? Ой, я говорю, я бьюсь об стену. У меня лаги. Ой. Время менять можно, так что я поменяю. Блин. Ты еще до лавы не дошел, что ли? Да я уже сдох в лаве. Угу. Там, блин, невозможно вообще. Карта в переводе на русский опасный паркур получается, да? Да. А что мы делаем с паркуром? Мы его ненавидим, правильно? А зачем вообще? Скачал я ее тогда. Потому что сказала, давай снимем. Давай. Ну все, типа, опасный паркур будем снимать. Ты пошли меня хвалить? Да там на забор не прыгнуть. Ну, блин. Я уж сам здесь. Ты пошли меня к лаве. Давай, да я не в лаве. Креативом не пользуемся же. Да. Ну там не пройти. Я спаун там пропишу, да и все. У лавы. Блин, да у меня... Все. У меня видео сжалось. Ребята, кто хочет посмотреть на Хитмана, напишите под комменты. И мы выложим видео про Хитмана. Нет. Блин, если Антон под комменты кто-нибудь напишет, то мы выложим. Спорим, не выложим. Почему? Потому что я не буду выкладывать Хитмана. Антон не любит Хитмана, у него детская неприязнь. Ой. Yes. Черт. А ты спаун у лавы, да, прописал? Я это не успел. Ой, блин. Ну все, я креативом долечу тогда, да? Че ты долетать собрался? Мапа же все-таки. Ладно, долетай. А. Ты меня тпшнешь? Угу. Так ты сдохни, да и все. Нафиг. Как нафиг, чтобы появиться? Ты, кстати, из сундука-то там ничего не берешь? Нет. Смотри. Я вообще карту прохожу. Не, вот на лед я уже руку на металл. Лед я прохожу. Ай. Блин. Ой, у тебя лаги жесткие, да? Не, у меня лагов нету. Антон, ты спаун так и не прописал? Прописал, я вот на нем. Я нет. Короче, ты пошли меня к себе. Так ты сдох вообще, да? Да, я сдох. Поскольку с паркуром мы на вы, к счастью. А ты туда прыгал? Почему к счастью-то? Не, ну я там тоже прыгал, но здесь, мне кажется, сложнее, кстати. Но здесь меньше зато прыгать. Вот я возродиться нажимаю, и я... А ты где появляешься? Я на спавне, на обычном. Ну где именно? Ну вот где... Человек, когда падает, где появляется, когда... Ну, около лесенок там.
Ай, да нет, лучше по левому идти. Антон. Что? Да ничего, ничего. Налево надо идти. Да, ну, у меня вообще западает. W. Да как, да пипец. Ты бы видел, что я тут сотворил. Что ты там сотворил? Хоп, 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 чига, хоп, 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 хоп. Да ну, мне одно не осталось. Оп, оп. Да Кирилл читер. А кто в наше время не читерит? Мне, блин, тоже чуть-чуть осталось. Я тут увидел, да, я почти прошел. Угу. Да, я немножко начитерил. Ничего себе, немножко. Я не начитерил даже. А что ты сделал? Ну скажи же по-моему, которое я сейчас сделал, легче. Намного. Нет. Натали! Ну ты капец, ты читак. Натали! Опа! Я-то прошел. Опа. И что, я также могу пройти? О, слышь, здесь кожаные ботинки есть. Да, здесь кожа всякая. Оля, Натали, Натали, мои печали, Натали. Блин, Антон, ты чё? Ой, извини. Ошибся. Блин. Сейчас вот так вот сделаем здесь. Третий уровень мини-паркнул. Ты меня-то ТП-шни, а? Чекпоинт. Сейчас, сейчас. Да, блин, да, Антон. Что это за? Да всё, ТП-шни сейчас. Угу, так, бери одну зельку и два яблока. Ты уже, конечно же, взял. Ну? Давай поспим. На, все, спим. Я, конечно, взял. Меня кое-кто, конечно, убил. Все, я встал с кровати. Я оденусь в кожу. Что это, мини-паркур? Да ё-мо. Ой, кстати, сложность мирная. А, да. Да ё-мо. Что это было? Вова жёг. Так это не лаг. А чё это? Видишь, смотри, сейчас я прыгну. Видишь? Смотри, да. У тебя только лаку с ним. А меня он выталкивает. Да блин. Да ёлки, а. Тут невозможно это говно пройти. Не, я почти прошел. Ты видел, да, у меня лужок жесткий вообще был. Да ёп. Антон. Фу. О, блин. Во, у меня опять лаг, смотри. Как? Вообще, ты чё? Лаг. Чё? Ну, пипец. Ты просто купаешься в лае. Наконец-то ты сдохнешь. А что если вот так вот? Сейчас мы кнопочку эту сломаем, да и все. Ну. А то это уже невозможно реально. Оп. Оп. Ну я вот кнопку не ломал, ты видел. У тебя лаг был просто. Два раза? Да. О, блин.
Вот сейчас-то я на уровне. Он без названия. Лифт. А, здесь страшный уровень. Очень чего? Страшный. Так. Блин. Внизу лава. Уровень вверху. Четвертый, пожар. Ты пой меня к себе, а? Я сам на одном блоке стою. Я вообще умер. Да, карта, конечно, ice. Good nice. Good nice. Потому что, ну, это реально тяжелая мапа, которая рассчитана на реально паркуреров, наверное. Которые нормально играют. Не то, что мы с Антоном, да, Антон? Угу. Что мы не умеем. О, ты сейчас умрешь. Yes? Нет. А, я умру зато. Ай-яй-яй. Огонь, успокойся. Да хоре, блин. Фух. Ты что, с огнем разговариваешь? Да. Уровень 5, мини-лабиринт. Ну я сдохну сейчас. ТП-шни меня туда. Да ё... Ох, у меня одна жизнь-ка. ТП меня быстро. Ну ты сдохнешь, спорим. Ну ТП. Ну ты спорим, сдохнешь. ТП. Все, сдох. Да вот ты меня подцепил. Ну это нечестно, блин. Я это все прошу. А сейчас мы оба за ДС, правильно? Так-то долго. Так и карта-то еще долго будет. До хера. Так, уровень 5 мини-лабиринт. Это тут кнопки какие-то. Понаставил говна тут. Ты пошлёшь меня на мини-лабиринт? Ну, слушай, ты опять сдохнешь. И не сдохну я. Спорим. Спорим. О, не сдох. Теперь зато я теперь. И чё, я тоже не сдох. Нет, мы оба. Так, хух. А-а-а. Вот было бы прикольно, если бы тут еще динамит был. Да. Веселуха над парнями. Е. Уровень 6, сами придумайте. Так. Чё? А. Название сами придумайте. А то есть уровень-то он все-таки нормально сделал, да? Уровень, кстати, это легкий очень. Почему? Так тут что, по одному блоку, считай, прыгать. Оба. Да, уровень-то очень легкий. Но прыгать долго. Да. Причем змейкой. Антон, ты ТП? Ой, Кирилл, ну все, да читерусы. Вот будь там, я тебя не ТП-ш. Ну ладно. Блин, а тут два блока. Не надо меня ТП-шить. Честно. Ой, потому... тут ладно. Потому что я уже прошел эту мапу. Че там, долго еще? Ну я прошел. Да, прошел. Чё? Угу. Да, я тебе говорю. Так, уровень 7, поехали. Я уже на 7 уровне. И угу. Что? Антон, сейчас я пробегаю и вырубаюсь. Угу. Слушай этот прекрасный звук. Оба. Ой-ё!
Все, пока. Давай, пока. Ой-ё. Чубры. Так, ну все, Фирок отключился. Ну, мы допроходим карту без него. Так, тут херь какая-то. А, все, понял. Так, 7-й уровень. Бум-бум, мост. Ой. На, ну Кирилл тут, конечно же, уже повзрывался. Так. Он в вагонетке. Это еще один конец. И это еще не конец, есть форельс. Так, возьмем. Даем. Че, подталкивать его в вагонетку? Сейчас, ага. Это понятно было сначала уже. Да, конечно, звук классный. Ой, что-то 1.4.5 какая-то недоработочка. Че это с вагонеткой? Интересно мне узнать. Че ты ее трясет? Что за лаг? Ай. Ну все, пролагайся. Иди вперед, потом налево и нажми рычаг. Только рычаги не трогай, ок, да? Которые на раздатчиках. Трогай. Ого. Классно. Понравилось, не понравилось, зайди внутрь. Проголосуй за карту, нравится или не нравится. И жми на кнопки и выбери свой ответ. Давайте нажмем понравилось. Так. Пройди дальше. Пошли. Ну, на этом все. Надеюсь, ты играл без читов, без них. Прохождение интересное, да? Если хочешь, посмотри все механизмы на этой карте. Хотя их тут и не так много. Кто прошел эту карту, пожалуйста, прорекламируйте ее. Я буду очень благодарен, если увижу ее в Ютубе. Увидишь в Ютубе, увидишь. Ну-ка, я теперь... Мне просто любовь. Да ё-мо. Ай, лаги из-за этой хрени там, которая долбит. Мне просто интересно сейчас узнать, что будет, если в плохом нажать. Да хватит. А. Все. Не понравилось. Ну, понятно. Ну все, карта, в общем-то, пройдена. Всем спасибо за просмотр. С вами был Антон99. Подписывайтесь на новые видео. До свидания.